Социальные контракты – одна из самых востребованных мер поддержки государства в нашем регионе. Ее внедряют в России с 2020 года. Нижегородская область начала работать с ними одной из первых. Сейчас уже заключено более 36 тысяч соцконтрактов, благодаря чему более 100 тысяч нижегородских семей смогли улучшить свое материальное положение. А несколько тысяч человек организовали собственный бизнес. В настоящее время социальные контракты заключаются по трудоустройству и на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальный контракт – это договор, который заключается между заявителем и управлением социальной защиты. При этом заявитель берет на себя обязательства по выполнению мероприятий социальной адаптации, а социальная защита берет на себя обязательства по выплатам. Социальный контракт – не просто помощь. Он призван вывести семью за границы бедности и обеспечить ее постоянным доходом. Соцконтракт по трудоустройству может быть заключен с гражданами трудоспособного возраста, которые по независящим от них причинам находятся в трудной жизненной ситуации, а также имеют доход ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 14 263 рубля. Выплаты по социальному контракту по трудоустройству происходят следующим образом. Первая выплата 14 263 выплачивается гражданину при заключении социального контракта. Далее три выплаты Управление социальной защиты выплачивает гражданину, если он подтверждает официальное трудоустройство. Также с помощью государства малоимущие граждане трудоспособного возраста смогут открыть или спасти свое дело. Второй вид помощи, доступный по соцконтракту – единовременная денежная выплата. С июля этого года ее размер составляет 350 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены для приобретения основных средств и оборудования. За прошлый год в регионе заключили более 14 тысяч соцконтрактов. Их эффективность составила 65%. В 2022 году за 7 месяцев, которые прошли, было заключено уже 35 социальных контрактов, 23 из них по трудоустройству и 12 по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности. По трудоустройству у нас процент эффективности – это половина заключенных контрактов эффективно, то есть люди выходят из бедности, трудоустроены, получают постоянный заработок, который превышает среднедушевой доход. Эффективность соцконтрактов, заключенных по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, показала 100% результат. Все граждане, которые заключили контракты, успешно развиваются и получают стабильный доход. Заявление на социальный контракт можно подать через госуслуги, либо лично у нас мы приглашаем к себе в Управление социальной защиты населения на индивидуальную консультацию, кабинет 120, проспект Мира, 15, телефон для связи 981-29.